Друзья, всем огромный привет. Нашел я вот такой вот молоточек. Конечно, не прошел мимо, подобрал и решил дать ему вторую жизнь. Сегодня сделаем интересную с вами ручку, которая не будет слетать и не будет ломаться. Давайте посмотрим видео. Поехали. Конечно, молоток можно не зачищать от ржавчины, но небольшую реставрацию я решил ему сделать. Вот так стал выглядеть молоток после обработки на гриндере. Ну, конечно же, приятно работать с чистым инструментом, когда он блестит. Также внутри немножко уберу ржавчину при помощи напильника. Теперь мне понадобится кусок полипропиленовой трубы, в моем случае это 25 диаметр, она у меня армированная, алюминия внутри. Берем в руки горелку и на маленьком огне нагреваем нашу трубку. Вход у нас пойдет дубовая щепка. В общем, осталось укоротить ручку. Я вот таким образом делаю под себя. У нас получился вот такой вот молоточек, который ручка теперь 100% не сломается и точно не следит за счет того, что здесь расплавлено, клином раздавлено. Я думаю, получился интересно. Такого молотка нет ни у кого, есть только у меня. Ну и, конечно, мы с вами затестируем, забьем несколько гвоздей, попробуем. Посмотрите, ну вообще ни капельки он не сдвинулся, никуда не денется. Я думаю, такая ручка прослужит много-много лет. Она не боится ни влаги, ни солнца, ничего. Я думаю, такая идея вам пришлась по душе. Если да, то поставьте по лайку. Подпишитесь на канал и напишите обязательно ваше мнение. Друзья, ну а вам я желаю всем крепкого-крепкого здоровья, любви и удачи. Ну и всего-всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока.